Ярмарка в помощь Кириллу Каргину, организованная врачами республиканской больницы номер 2, помогла собрать необходимую сумму на лечение. Спонсоры, коллеги, неравнодушные жители – каждый внес вклад в благое дело. Продолжит тему Юлия Великодная. Кириллу Каргину почти полтора годика. До 3 месяцев мальчик чувствовал себя хорошо, но потом начались судороги, приступы удушья и потеря сна. Не помогало даже дорогостоящее лечение. После обследования в Московском научно-практическом центре специализированной помощи появилась надежда на выздоровление. Вторая поездка должна стать еще результативнее. О диагнозе мы узнали в 3 месяца. Диагноз у нас синдром Веста, ДЦП. У нас очень длинный диагноз. Прогнозы приблизительно хорошие. Но пока еще ничего не известно. Будет видно вот после того, как мы слетаем. Отец малыша работает в отделении лучевой диагностики республиканской больницы номер 2. Коллеги сплотились ради помощи мальчику и приготовили блюдо для продажи на благотворительной ярмарке. Наш коллектив тоже внес свою лепту. Мы все родители. Конечно, то, что болеет ребенок, для нас это тяжело, мы сочувствуем, поэтому вот собрали деньги, наш коллектив собрал 22 250 рублей. И очень надеемся, что наш маленький вклад поможет в здоровье ребенка. Акция продлилась всего 1,5 часа. Организаторы надеялись собрать хотя бы небольшую сумму. Но благодаря неравнодушным жителям и спонсорам материальная помощь оказалась даже больше, чем требовалось на лечение. Неожиданность, причем приятная. Спасибо им всем большое, профсоюзу, больнице самой, всем, кто принимал участие. В августе Кирилл отправится в Москву на обследование и подбор препаратов. В год добра, объявленном в Якутске, эта акция показала, что в столице много неравнодушных людей, которые могут дать надежду на здоровое будущее и веру в чудеса. Юлия Великодная, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.